Махачкалинцы не торопятся с выплатами различных задолженностей, в том числе по алиментам и штрафам. Совместный рейд налоговиков, судебных приставов и сотрудников ГИБДД на столичных улицах выявил массу нарушителей. Такого рода мероприятия призваны навести порядок в этом деле. И о том, насколько это эффективно, смотрите в сюжете Камиля Девятова. Заплати налоги и живи спокойно. Долг платежом красен. Просрочка – это лишние проблемы. Какие только доводы не приводили сегодня проверяющие гражданам. Однако платежная дисциплина населения по-прежнему вызывает много нареканий. На сегодняшний день остановили около 40 машин, обнаружили административные штрафы на 10 тысяч рублей. Было взыскано около 7 тысяч рублей, и одна машина была отправлена на штрафстоянку. Инициаторами рейда выступили налоговики. Цель – выявление злостных неплательщиков. На проспекте Расула Гамзатова был развернут мобильный пункт для упрощения процесса. Оплатить долг и при этом получить квитанцию можно было на месте. Взаимодействие с приставами, уменьшить задолженность по налогам и сборам, по фискальным платежам, в общем, Наша задача еще информирование граждан о том, что за ними есть задолженность. Платить рано или поздно все равно придется. Поэтому представители контролирующих структур еще раз обращаются к населению с просьбой не затягивать с оплатой задолженностей. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.